Всем привет, меня зовут Слава, и сегодня вы узнаете 5 самых дорогих машин ютубера. Последнее время многие ютуберы стали делиться со зрителями покупкой своего нового авто. И так как я частенько упускал видео о том, сколько зарабатывают ютуберы, я подумал, а почему бы не сделать топ самых дорогих машин ютуберов? И так как это видео будет юбилейным и поставит жирную точку к 100 тысячам подписчиков, давайте поздравим друг друга и попробуем собрать 100 тысяч лайков. Это, конечно, невозможно, но вдруг произойдет чудо. Ну а мы начинаем. Открывает наш топ Супер Евгеха, у которого 2 миллиона 200 тысяч подписчиков. Свой канал Женя посвятил прохождению игр, а также радует своих зрителей влогами. Когда ему исполнилось 20 лет, он решил не мелочиться и купил BMW X5, стоимость которого составляет около 2 миллионов рублей. Тигр! Тигр! Антоха, мы летим 150. Мы едем в ад! Ну а следующий ютубер — это Паша Микус, его Mercedes CLA 45 AMG, стоимость которого более 2,5 миллионов рублей. Свою популярность Паша получил после серии вайнов, которые были очень популярны пару лет назад. Сейчас же он удалил все свои видео с канала и написал, что планирует полный перезапуск. Возможно, Дуси Пук уже не будет. Всем привет! С вами блогер Дуси Пук, и сегодня я расскажу, как я провожу свое утро. Поехали! На третьем месте расположился Амиран с канала Дневник Хача, который всего за полтора года собрал 1 миллион 300 тысяч подписчиков. На своем канале он выкладывает динамичные влоги, которые в последнее время стараются делать все качественнее. Амиран — обладатель такой машины, как BMW 5 серии в кузове F10, которая стоит около 3 миллионов рублей, а также мотоцикла Ducati Diavel, стоимость которого начинается от 2 миллионов рублей. Ну а второе место занимает Александр Сахаров с канала Сахар Шоу, на котором 2 миллиона 200 тысяч подписчиков. На своем канале он выкладывает смешные монтажики на CSGO, что начал делать еще 5 лет назад. За это время Сахар приобрел себе автомобиль BMW X6, стоимость которого составляет от 7 миллионов рублей. Ну и первое место занимает Александр Булкин. Это, наверное, самый большой поклонник авто среди блогеров, не считая автообзорщиков, конечно. Который свои 20 лет имеет Porsche 911 Carrera S, которая стоит порядка 10 миллионов рублей, а также недавно купленного BMW X6M, стоимость которого составляет от 6 миллионов рублей. Ну, у тебя, чтобы владеть этой машиной, хватит ресурса, расскажи. Ну, конечно, я же не просто так взял последние свои сбережения и купил автомобиль. Я знал, на что я иду. Я надеюсь, что ты не переиграл все-таки в GTA, и наше с тобой путешествие будет безопасным и не очень быстрым. Света. Да, Илья, ну что ж, я думаю, сейчас тебе завидуют практически все девушки Петербурга. Ты едешь рядом с молодым человеком в шикарном красном автомобиле. И под конец я хотел бы рассказать вам об Иване Рудском, который восхищается Tesla Motors. Сейчас у Вани нет автомобиля, но в своем твиттере он рассказал, что планирует купить модель S, стоимость разных комплектаций которых составляет от 4 до 6 миллионов рублей. Просто ни газ, ни тормоз, я ничего не жму, машина едет. Посмотрите, вот покажи дорогу. Мы едем 75 миль в час. К сожалению, я не смог вам рассказать о таких ютуберов, как Сливки Шоу, Фрост, Афоня ТВ, Николай Соболев и многих других, так как стоимость у них меньше, а выпуск был бы очень долгим. Возможно, если видео вам понравится, я выпущу вторую часть. А теперь давайте сделаем голосование за того, кто, по вашему мнению, достоин самой дорогой машины, написав в комментарии имя блогера: Евгеха, Паша Микус, Дневник Хача, Сахар или Булкин. А чтобы узнать кого больше, проголосуй в подсказке в правом верхнем углу. Вам интересно было бы до 1 января заработать такую сумму денег, чтобы хватило на всю оставшуюся зиму? Есть варианты, как это сделать. Приходите на бесплатный онлайн мастер-класс «Как заработать на новогодних трендовых товарах» 24 ноября в 20:00 по Москве.
Узнайте, как и сколько можно заработать в преддверии Нового года, даже если у вас нет опыта в бизнесе. Ссылка в описании. Ну а с вами был Слава. До новых встреч! Подпишись.